Вот. Смотрим как. Если сейчас плохо будет, не знаю. Но... Помешают. Давайте хоть раз нормальный круг проедем. Нормуль. Твою мать, а? С опережением же шел. Кошмар какой, ошибся. Десятки медленнее. Четвертое место, секунду. Фига он. Кому лучше? Ну я еще. Ай, ну он в секунде. Очень хороший круг удал.
И тут бы мне удался круг, вот было бы классно. Сейчас. Я еще на убитой резине. Так. Два. Это шестой. Я не знаю. Португальский там. Все еще едет. На старт. Кошмар, конечно. На старт могут замесить так, что мать родная не узнает. Впереди всех этих чувачков. Так, да, баланс тормозов поменять. Так, подожди. Баланс тормозов. Чик-чик. Подожди, у нас вперед, да? Назад нужно на один. Так, все. Напишу удачи. Место, как он там, чувак, прилетит просто какой-то дико быстрый. Мало того, что он там. Ну, в гонке, как правило, это... Нет, конечно, он едет, но на поворот. Попытаться за подиум зацепиться, конечно. Было бы хорошо. Так, друзья мои, на первом месте у нас... Фиолетовыми цветами. Чувак, дом итальянец. Сперикот. Лато. Очень быстро. Очень хороший круг. На втором месте у нас австриец 70-х. Ну, мы уже близко тут уже. Значит, норвежец тоже 70-х. Мы могли тоже бы за время показать. 28 впервые мы выехали из 29. Так, все это не улучшил. Он 12 тысяч от меня. Так, на шестом месте швейцарец. Секундку, это тоже все близко, очень близко. Очень. Есть у нас. Австриец опять. Голландец, простите, на восьмом месте. 1.24. На девятом месте. Скид. Больше секунды проиграл. Этот португалец, который мне в секунду, чтобы подали. Полторы секунды. Ну вот наш друг Кинг. Кинг, привет, если бы куда-нибудь смотреть. Hello, Кинг. На 12 месте Вайс. Испания, да, полторы секунды. На 15 месте Супер Эдсон. Полторы секунды проигрывает. На 14 месте Француз. На полторы секунды. На 15 месте Финн, тоже 1.6. На 16 месте у нас британец. ГБТ Барон. Боже мой, что это? Так, 5 голландец. Барабо. Итальянец. Лунго. Вея. Одна. На 19 месте. Немец. Ахтемин. Бахтер. Вея. 3. На 20 месте. Немец.
от сочипной нити, да, почти 3 секунды, взяли, 3 секунды. Так, баланс тормозов мы поменяли. Стартуем в норму без direction контроля. Писаем на свою топливо. Жжем. Так, отлично. Ты что делаешь-то, тварь? Все, мне всю гонку испортил. Испорчена вся гонка. Неплохо стартовали мы. Все, я поехал. Так, один есть. Считай, что с последнего места. Ну что, будем прорываться. Так, вот этот ГБТ-барон. Мне уже не нравится. Товарищ. Хочу тут животное не может попадаться в него. Наверное, горит желание мне сейчас в задницу мне въехать. Так, вот этот ЛГБТшник. Твою мать, а! Придется доезжать, взять весь. Ну? Чувствую, что рановато я. Что ты делаешь? Доезжать.
него там улетает. Бум! Так, а это у нас это животное улетело. 9-9. О, он в стоп поехал. Отчаянно сопротивляется. Ну, песка свежая, резина. Он же меня убивает. Не видел, что я лезу? Заруливаешь на путь. Так, дальше у нас ЛГБТшник идет. Супер-пупер какой-то там хрен. Плохо прошел. Еще тут кто-то поулетал. Так, испанцы тут разлетались.
супер-пупер улетел. Так, дальше прорываемся. Восемь и восемь. Красавчик, ну что себе он летит. Так, ЛГБТ барон. Там у нас крипто. Так, 6 кругов до финиша. Для себя. Лучший сектор. Догонять надо этих педиков. Тут замес выходит. Ух. Так, ЛГБТ барон. Так, я смотрю, ребят, резина-то уплыла. Очень интересно, опасно. Так и будем сейчас тащиться. О, Кинг на приступе. Интересно, а что он на приступе? Так, что-то надо делать.
сейчас вот будет замес. Да, что-то будет. Очень сложно здесь обгонять. Зря ты, дурачок. Зачем они в песок едут? Вот ГБТ барона мы обогнали. Что? Интересно. 50-ку пойдем, нет? ГБТшник опять меня обошел. Что все он там? ГБТ. Так, и мы лучше вышли вновь. Ой-ой-ой. Че вы педика отпустили?
Вот финны адекватные, будет до конца лезть. Борьба за место десятки, один последний круг. Удержался, а? Что себе тут уехал? 40 секунд. Какая гонка, друзья? На чем он едет? Так, ожидаемые результаты, все. Ну, ты считаешь, что с последнего места я ехал. Самый быстрый гонщик из страны Россия. Ладно, ребят, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем до встречи, всем пока.